Всем привет! На канале «Кашеварим с Врединой» готовим отварной говяжий язык. Язык получается очень нежный и вкусный. Обязательно попробуйте. В кастрюлю отправляем чистый язык. Добавляем помытую луковицу прямо в кожуре. Чесночок. Перец горошком. И душистый перчик. Добавляем сразу соль, примерно 1,5 чайной ложки, семена горчицы и зелень. Я добавила укроп и петрушку, плюс стебли петрушки. Заливаем все водой и ставим вариться. Как вода закипит, убавляем наполовину и томим примерно 3-3,5 часа. Язык отварился, аромат чудесный. Достаем и нужно снять шкуру. Снимаем аккуратно, чтобы не получилось, как у меня. Попробуем. Нежный, вкусный и очень ароматный. Обязательно приготовьте язык. Он очень вкусный, он очень нежный, подходит к любому праздничному столу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментарии. Всем приятного аппетита. Пока-пока.